Здравствуйте, это канал Максимадзе и GTA 4 Молодой Гей Тони продолжается. И я застрял сразу же. Так, короче, куда бы нам направиться? У нас есть один вариант. Это к маме. Я думаю, мы пешком до туда добежим. Тихо, тихо, тихо. Чуть погромче сделай. Так, добежали. Здесь живет Нико Беллик. Раньше жил Playboy X. Сын своей матери, блин. Gracias. ¿Quieres azúcar? Mami, soy yo. ¿Mama? Luis. Hey, hijo, ¿quieres un cafecito? Sí, un ching. Un ching. Luis. Luis, это мистер Санто. Так в чем дело-то? И это я, наверное, узнал, что и мама стенки не увешаны твоими фотографиями. Да, не сомневаюсь, что они у нее вообще есть. Кстати, я уже об этом полагаю, снимки у вас в портфель. Пошел бы ты нафиг. Нет, тут мистер Санто, он бизнесмен, короче. Вообще-то все довольно просто. Понимаешь, что твоя мать совершила американскую классическую ошибку? Проще говоря, живет непосредством. Повежливее, когда о моей маме говорит. Я и так вежлив. Понимаешь, она нравится мне. Хорошая женщина. Если бы она мне не нравилась, я бы давным-давно бы спалил этот дом. Знаешь, что ты можешь прийти за ней? Как ты получишь деньги? По крайней мере, я не стану такой ради дома. Я тебя убить. О, да, я сейчас обоссусь от страха, блин. Она сама ко мне обратилась, ясно? Это бизнес, мы оказываем услуги. Мелким шрифтом читать надо. Но ты прям козел. Да я бизнесмен, поверь мне. Я мог быть гораздо хуже. А теперь успокойся, блин. Твоя мать рассказывала о тебе. Возможно, у тебя получится помощь с выплатой ее долга. Тогда этот дом не будет ждать печальная судьба. Ладно, ладно. Угодил. Ладно, пойдем. Как всегда, надо было вас повидать, миссис Лопес. Не имеешь права осуждать. Ты прям как твой отец. Атала. Транспорт нам ни к чему, тут недалеко. Да так ты иди быстрее давай, я не хочу все равно ходить. Придется тебе снова драться за деньги. Да я не занимаюсь этим больше. Я видел тебя в деле пару лет назад. Ты кое-кому мог бы в башку. Теперь ты от меня не уйдешь. Ты не был настолько хорош, чтобы удивляться твоему поражению. Побьешь первых двух парней, против которых выйдешь, а под третьего ляжешь. Да пошел ты. Мог подумать, что когда-нибудь вернусь, блин, сюда. Тут наверняка есть столько ребят, сколько еще помнят меня. Если им еще мозги не отшибли, конечно, другой кто-то, кроме меня. Че, нам долго идти? Иди давай. Чего стоишь? А если я привыкну побеждать? Твоей мамочке придется привыкнуть, что я буду приходить к ней и вести себя не очень любезно. Ты прям козел, блин. Санто, твоему парню пора. Пусть одевается вперед и на миг. Помни о нашем уговоре, блин. Бой проходит один на один без оружия. Главное, чтобы у него не было оружия. У соперника. Пользуйтесь поддержкой зрителей. Да-да-да. Мне зрители ни к чему. Я и так его завалю, блин. Не упустите шанс, сделайте ваши ставки. Подходи.
Ах ты. Зажмите. Ай, блин. Блин, у меня здоровье чуть-чуть совсем. Я, наверное, проиграю сейчас. Так, там написано, куда-то нажать надо было. Приятно видеть, что человек вроде тебя готов поступить с гордостью. О. Просто отвали от нее. Ты получил деньги? Вот мы и в расчете. Я помог твоей матери, когда тебе было не до нее. Для тебя хорошенько мозги отбили после последнего боя. Еще раз тебя увижу, убью. Понял? Сынок, я лег во время последнего боя ради тебя. Больше не... Что значит лег? Ты проиграл, что ли? Говоришь, ты весь такой крутой, а сам даже не можешь выиграть. Бой ради своей мамочки. Я проиграл. Ради тебя. Я не просил тебя проигрывать. Мне неудачники в семье не нужны, бля. Забудь ты. Просто не бери больше денег в долг. И все. Блин, здоровье на нуле, буквально. Ну ладно, пофигу. Ты чё, совсем офигел, что ли, дружок? В смысле? Ты пялишься на него. Ты самый тупорылый полицейский. Всё, второй день. Моментально окажешься за решеткой, чувак, если так будешь делать. Мистер Большая Шишка, я прямо очень рад. Рад тебя видеть. Капитан Воротило заехал поболтать со старыми друзьями. Да, я просто беспокоюсь о вас. А у меня не было выбора. Каким помощника стремиться к нулю? Эй, Энри, иди-ка сюда. Я, конечно, могу поступить как ты, свалить нафиг отсюда. Начать с мужиками? Да я не трахаюсь с мужиками. Я работаю в лучших клубах города. Я не сбегал никуда. Я в 10 минут назад ездил на поезде. Как дела, Рика? 10 минут назад я тебе покажу 10 минут. Ты сбежал, блин? Да ладно, рассказывай. Ну, поехали, поехали. Нужна? Обалдеть. Страсть, я хочу работу, запиши меня туда. Ну ты козел. Энрике, сделай уж так, как надо. Прости, я просто по тебе соскучился. Я слегка грубовато выразился. Ну, ведь были как братья. А да, мы сейчас как братья. Просто ты не знаешь, что мы должны здесь толкать наркоту всякой. И еще ныть. Мы стоим на пороге. Этот Liberty City. Давай миром правишь. Да то ненормальный парень. Он мне как отец. Богатый чувак. Давай, мама. Луис, мальчики. Как дела, ребятки? Луис, ты выглядишь уставшим, блин. Да я ведь работаю. В этом-то и у тебя вся проблема. Ты когда начнешь учиться, а?
Ты вновь стал учиться, Армандос. И собираюсь стать магистром. Эй, пошли. Мам, мне надо идти. Вот что, возьми. Относись к жизни серьезнее, не будь как твой отец. Да посмотри на брата, на сестру, они такие молодцы все. Я и не знаю, чего ты ожидал. Мне приходится иметь дело с кретинами вроде этих друзей. Ты же знаешь, что такое мама. Женщина, которую бросили. Я знаю, о чем ты думаешь. Ты мелкотами, черт ты не можешь. Почему это? Потому что у вас наклевывается кое-что реальное. Последний раз, когда у нас наклюнулось что-то реальное, я отсидел 2 года. Я не собираюсь ездить тебе по ушам и говорить, что все будет по-другому. Но раз уж это так... Нет, это так. Ну ладно, поверь мне. Пойдем, все. Вас наклюнуло сдельце в Истхук. Отвези-ка нас туда. Ой, блин, надо было здоровье поправить свое. А, это далеко. Наверное, мы обрежем это дело. Мы встречаемся здесь. Пойдем. Блин, тут перестрелка будет, а у меня здоровье на нуле почти. Папи, как жизнь? О, чего хорошего? Да тут отдыхаем. А этот клоун что нарисовал? Эй, полегче, слышишь? Талуинс, наш человек. Ты назвал ее мое имя? Да не зарубайся ты за всякой фигни. Он бизнесмен, законопослушный. Он наш посредник. Самый чистый товар в городе. Вы же знаете, у меня чистяк. Это плодотворное сотрудничество, блин. А это что за фигня? Что за сирены? Ты сдал меня, козел. За нами хвоста-то не было. В жопу вас, я сваливаю. А больше нет ничего, да? Нет, есть. Ну, всего одного выстрела хватит, чтобы убить меня. Я надеюсь, нам не придется заново ехать туда. Нет, не придется. Какое счастье! Так, а кто стреляет? Сверху еще кто-то стреляет. Главное не подохнуть тут, на товар пофигу абсолютно уже.
А, это не ты. Мы в тупике. Ну чё, все готовы? Тачка, давайте туда скорее. Большая заминка с дверью, подождите немного. Черт, нам отсюда не выбраться. Загляни в фургон этих чуваков. Может, там что-то найдется? Отлично. Пора рвать когти, пхаец. Черт, серьезных повреждений вроде нет. Фу, господи, это жестко было. Куда едем? Далеко. Опять вырезаем. Спасибо, знаешь, мне неудобно тебя просить, особенно когда ты такой приличный. Но нам с Рикки нужно провернуть еще одно дельце. Мы хотим поддержать суд. Никто бы не пришел к нему. Знаете, я говорил, я в это больше не ввязываюсь. Мне подумать надо. Спасибо, Луис. Еще увидимся. О, господи, вот так вот как-то получилось. Куда бы нам теперь направиться? У нас есть еще один вариант, это к Юсуфу. Можно и к маме. Опять. Наверное, выберем Юсуф. Разнообразие какое-то все-таки надо. Так, я тут оставлю тачку эту. Слышал новости, Эвена прихлопнули. Но этого и следовало ожидать, собственно. Он был редкостным козлом, я думаю, он хотел спереть бриллианты, но его байкеры взяли. Ну пусть так, Эвен был наглым козлом и все такое, драгдилером. Но он меня в грош не ставил, я таких парней люблю. Тебе опять психологу бы надо. Да пошел ты, в любом случае с бриллиантами вопрос еще не решен.
Рокко говорит, что мы должны ему долю с прибыли. Да. Что-нибудь придумай. Такое с тобой не случалось. Ты в сказки веришь, наивный дебил. Я трепался, я крутой. На самом-то деле я придурок, которому однажды повезло. Давайте к Юсуфу быстрее. Да, тупицы, они таксисты. Внезапное исчезновение. Скажи ему, что мне плевать, миллиард это и так на карманные расходы. Мне сейчас нужно купить на миллиард долларов. Даже миллион не купишь. Ну так скажи ему, что говорит Юсуф Амиру. В этом городе кое-что мое имя значит. Эй, алло. Алло. Эй, папа, здравствуй. Эй. А, да, подарок для тебя. Нет, нет, я за него не платил. Я сам его купил. Ну не совсем купил, в общем, ничего это не стоило. Это долгая история, я по тебе скучаю. Скоро подпишем контракт, самый высокий небоскреб, ты будешь мной гордиться. $10 миллионов в месяц, это многовато. Ну так что нам было нужно? Нет, нет, это нечестно, папа. Это не проститутки, они женщины просто легкого поведения. Эй, алло, алло. Черт. О-о-о, привет, дружище, как поживаешь? Да у меня тут дела. У тебя. Да нет, у меня с отцом дела. Семья сложная штука, понимаю. Он очень старомоден, не понимает, чем я тут занимаюсь. Думаешь, сплошная жизнь, это сплошные тусовки, оргии, секс, наркотики и так далее. Да неужели? Он из ума выжил. Я работаю, не покладая рук. У меня был тест-драйв спортивных машин. Пришлось летать в Вайс-Сити на 2 недели, трахать дело, чтобы восстановить силы. Я трудоголик. Настоящий трудоголик, блин. Да я уже понял, блин. А сейчас я должен поговорить с Ахмедом и его братом. Я люблю их. Они мне как братья. Но помилуй Аллах. Почему это? Эти ребята хватаются, какие они богатые, какая у нас куча денег, бля. Знаешь, какие они. Я подберу слово, что ты понял, они очень склизкие. У них нет вкуса, я их люблю. Но сколько можно уже? Ну, давай, до встречи. Не-не, ты со мной поедешь, мы должны быть вместе в этом деле. Как будто мы друзья. Там же есть друзья, блин. Представь, нас много всего связывает. Да представь это себе. Поехали покатаемся. Уедем в отрыв. Когда я говорю в отрыв, я не собираюсь ничего отрывать. Просто, да я понял уже. Это жаргон такой. Если не понимаешь, то все равно сказать. Мы поторчим где-нибудь, в смысле наркоты и так далее. Ох, нифига тачка-то у тебя, блин. Офигенная. Дарю тебе этот дробовик с разрывными патронами. Спасибо, надеюсь, она мне не пригодится. Я на минутку, надо позвонить Ахмеду, убедиться, что все в порядке. Эй, чувак, как дела? Передай этим гадам, вот даме, что их башня скоро перестанет быть самой высокой. Юсуп уже в этом городе. Ваши холопы уже не нужны. Ладно, я еду уже, все. Да что такое нервное? Отец приехал. Слава Аллаху, слава Аллаху. Ахмед на себя не похож. Странненько. Ты не против подняться на смотровую площадку, а? Да нет, наверное. Большое спасибо, Луис. Набери, когда поймешь, что все в порядке, ладно? Ладно,
я узнаю, что там произошло. Где Ахмед? Здесь где-то? Посмотрим, что у вас здесь творится. Ахмед? Луис, дружище, а где Юсуф-то? А что происходит? Я говорю... Ты что происходит? Успокойся. Смотри на город. Я говорю, где Юсуф? Ты сказал, что он приедет. Ты что за такое, а? В чем дело? Он все знает. Мы влипли. Что я знаю? Успокойся ты. Во что я вляпался? Говори. Прошу тебя, не надо. Пошел ты, короче. Да меня уже тошнит от этих туристов. Ух, нифига себе, блин. Жесть какая. Черт побери, только не это. Господи, блин. Я его не заметил вообще. Кошмар какой-то нафиг. Нет, не надо смотреть эту катсцену, я не хочу. Давай быстрее. Где вертолет? Ух ты, вот это пушка. Крутая. Бомбами стреляет. Ха-ха-ха-ха-ха. Офигеть. Стоять не с места. Блин, он еще жив до сих пор. А, бронька мне пригодится. Так, ладно, придется обходить. Дорога перекрыта. Шлем. А, ты жив? А ну постой. Куда ты собрался? Блин, спуск вниз-то длинный очень. Ты же не хочешь спрыгнуть со своим приятелем, а? Мы хотели избавиться от Юсуфа. Ахмед, а что здесь делает нуб? НУП, что здесь делает? Отстань от меня, псих. Что за фигня?
Все попался, дальше бежать некуда. Ух, господи, как тут высоко, а? Смотри, у меня есть парашют, держи его. Вы хотели избавиться от Юсуфа на прослушку. Ничего я тебе не сделаю. Жесть. А. Луис, я слышал новости, кто-то погиб. Да, Тагир, и Ахмед тоже. Что случилось-то? Неудачно ударились об землю. Эти козлы хотели подставить тебя и вызвали нуб. Поверить не могу, они мне как братья были, я сам дал им все, что угодно. Ну, не все можно за деньги купить. Это очень грустно, Луис. Ты стоишь не компанию, устроим онгию с шампанским. Кокаином, женщинами, арбузами. Возьмем все лучшее, что есть в этом городе. Про них надо забыть. Я тут я тебе не помощник. У меня куча других проблем. До встречи, чувак. Короче, какие у нас тут еще есть выборы? Мори, Юсуф, ну и мама еще. На этом я закончу эту серию. Всем огромное спасибо за просмотр. С вас лайкос, подписывайтесь на меня, эпичные видосы. Подписывайтесь на запасной канал, а также группу ВКонтакте. Всем пока.